Отделение Социального фонда России по Республике Дагестан объявило, что в субботу, 26 октября, жители региона могут обратиться на прием в офисы клиентских служб. Этот дополнительный день приема, введенный в этом году, приходится на последнюю субботу каждого месяца. С начала года около 6 тысяч человек воспользовались возможностью получить услуги фонда именно в такие субботы. Магомед Исаев, исполняющий обязанности управляющего отделением, подчеркнул, что данный график улучшает доступность сервисов. Для уточнения графика работы клиентских служб можно посетить раздел «Дополнительные контакты» на региональном сайте, позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 8 800 200 0339, а также записаться на прием через электронный сервис СФР.